С августа месяца 2013 года в отдел полиции номер 4 начали поступать заявления и обращения граждан, потерпевших и пострадавших от действий сотрудников организации ООО «Содействие плюс», которые занимались предоставлением консультативных услуг по съему и аренде жилых помещений. В ходе проведенных процессуальных проверок было установлено, что граждане организации «Содействие плюс» путем обмана и злоупотребления доверием завладевали денежными средствами граждан в размере 3900 рублей от каждого при заключении договоров. Указанная сумма в 3900 рублей пояснялась как 900 рублей уходило в счет оплаты услуг организации, 3000 в счет последующей оплаты предполагаемого съемного жилого помещения. Однако при последующих связях с предполагаемыми собственниками жилых помещений абонентские номера хозяев либо же выключались, либо игнорировались. В настоящее время задержанных граждан, которые являются гражданами Ростовской области, а также Волгоградской области, которые в настоящее время устанавливаются сотрудниками уголовного розыска. Следственным отделом номер 4 возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно мошенничество, совершенное организованной группой.